Когда в службу судебных приставов поступает исполнительное производство, первым делом сотрудник проверяет банковские счета должника. Верховный суд дал подробные разъяснения, в каких случаях списывать деньги со счетов можно, а в каких нельзя. Под запретом оказались социальные выплаты. Банк, получая постановление судебного пристава, должен убедиться в том, что денежные средства, которые он перечисляет по распоряжению пристава, не попадают под категорию запрещенных. Но зачастую банк и сам не видит природу этих денежных средств. Он тоже видит только лишь сумму, в связи с чем возникают ситуации, когда за счет социальных выплат погашаются долги гражданина. Чтобы обезопасить социальные выплаты, банки должны открывать специальные счета, арестовывать которые судебные приставы не смогут. Другой способ вернуть долг – оформить на гражданина банковский кредит. Происходит это следующим образом. Пристав запрашивает информацию о банковских счетах. Если у должника имеется карточный счет, то банк имеет право списать с него деньги, даже если их там нет. Проще говоря, оформить особый вид кредита – овердрафт. В случае недостаточно денежных средств на счете, у клиента банк оплачивает за него какую-то часть, то есть предоставляет кредит клиенту банка. Овердрафт, основное отличие от кредита, как правило, выдается на очень короткий срок, и процентная ставка по нему, как правило, выше. После таких манипуляций гражданин будет должен уже не судебным приставам, а банку. Избежать этой ситуации можно, если при заключении договора на банковское обслуживание отказаться от услуги овердрафта. Банк должен предупредить клиента при подписании договора, что к данной банковской карте ему будет представлена услуга овердрафта. И клиенту, мы всегда об этом говорим, нужно очень внимательно читать условия договора и смотреть, написано ли в договоре возможность овердрафта к его дебетовой карте. Если данного условия нету, то овердрафт, я еще раз говорю, предоставляться клиенту банком не будет и не должен предоставляться. Для того, чтобы отказаться от овердрафта, который уже есть у клиента, ему нужно прийти в банк и подписать соответствующее дополнительное соглашение об отказе от предоставления овердрафта. Если банк нарушит правила и спишет деньги с социального счета или оформит овердрафт без ведома клиента, то суд привлечет финансовую организацию к ответственности. Впрочем, от уплаты долгов это не освободит, и приставы найдут иной способ взыскать причитающееся. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.